Игорь Александрович, горожане никак не могут понять, собственно говоря, кто же у них должен принимать показания индивидуальных приборов учета, которые стоят у них в квартирах. Кассы РИЦ или же управляющие компании? До 20 февраля управляющие компании должны оборудовать рабочие места с ящиками для приема показаний индивидуальных счетчиков. Значит, дальше там обязательно должен быть специалист обученный, там должен быть телефон и персональный компьютер, с помощью которого эти данные вбиваются в систему начислений. Значит, после 20 февраля РИЦ показания приборов счета принимать ни в кассах, ни в бухгалтерии уже не будет. Кто будет платить вот за то, что этот человек будет принимать показания? То есть это опять ляжет на плечи горожан? Нет, это входит в состав уже затрат управляющей компании. И согласно 354-му постановлению, у нас именно управляющая компания, как исполнитель коммунальной услуги, обеспечивает прием показаний индивидуальных приборов счета. Куда обращаться горожанам, если вдруг возникает ситуация, что управляющая компания отказывается записывать там по телефону, либо принимать показания их индивидуальных приборов учета, а РИЦ уже их не принимает? Обращаться можно в наш колл-центр, телефон 617-89.